Готова отстоять очередь, чтобы сделать доброе дело. Эти иркутяне решили отметить Национальный день донора, сдав кровь. Благо, передвижной пункт установили прямо в центре города. Поэтому к тем, кто давно собирался влиться в ряды доноров, присоединялись случайные прохожие. В общей сложности на этих креслах за 4 часа акции побывали 75 человек. Медики надеются, что жители региона будут столь же активны не только в праздничную дату.